Ну, самое интересное занятие, правда, мы испортили пап стул. Ничего страшного. Давайте, расскажите. Это увидеть в каких-то штучках природы что-то интересное. Вот камушек нашла Лиза, а мы увидели, какую собачку здесь. Да. Представляешь? А вот сейчас будет вот сюрприз. Носик, вот так вы расскажите вот сначала, кто эти камни шлифовал вам? А шлифовал это братик. Галик. Он их отшлифовывал, убирал острые уголочки. Да, он так вот шлифовал, гладким делал все. Вот мы нашли такие постаментики для белых гипсовых фигурок. Угу. А вот еще здесь есть сюрпризик. Угадай, какой он. Сейчас мы не можем перевернуть, потому что он еще только приклеился. А, ну ладно, не надо. Попробуем. Стой, папуся. Вот так. Мам, переверни немножко его. А, вот. Это котик. Класс. Слушайте, ну вы здорово сделали. То есть вот у нас были такие штучки. Фарфоровые, да? Или что это? Это тетя Лара подарила. Да, и вы на них наклеили, да? На камни. Да. Да. Но прежде всего мы нарисовали море. Соединили синюю краску, да, Лиза? И белую. Перемешали, и получилось. И лишнюю краску сюда. Да. Угу. Лужок сделали такой. Можно, конечно, эти фигурки разрисовать, но мне нравятся они беленькие. Да. Вот у нас получились брат и сестричка. Да. Брат? Класс. Сестричка.